школьные годы при слове «диктант» у многих кровь стыла в жилах, но добровольная проверка собственных знаний – совершенно другое дело. Потому акция «Тотальный диктант» с каждым годом собирает все больше любителей великого русского языка. Это культурно-просветительский проект, который объединяет миллионы людей по всему миру, людей, которые пишут и говорят по-русски, и любят русский язык. «Тотальный диктант» – это общественный проект, он реализуется силами волонтеров. Как правило, текст к «Тотальному диктанту» специально пишет известный современный писатель. В этом году Марина Степанова, лауреат премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». К диктанту писательница подготовила рассказ о жизни подростка из Воронежа конца 19 века и его встрече с первой любовью. А потом на обмерзший Воронеж обрушилась вода. Рычала, бросалась на крыши, на подоконники, хремела в водосточных трубах, рыскала, нападала, и по вершинам деревьев видно было, как она шла. Рязань пишет диктант восьмой год, в этот раз в 23 местах. Среди них РГУ Есенина, Центральная городская библиотека, областная библиотека имени Горького. На главной площадке в Горьковке диктант читал журналист, литературный критик Константин Мильчев. Каждый год в новом городе читает «Тотальный диктант». Единственный раз как раз в год локдауна, то есть в 2020 году я пропустил. Это должна была быть Рязань. В последний момент отменился, я уже не успел найти себе город. Наверное, поэтому мне отдельно важно прочитать именно в Рязани в этом году. В библиотеке в этот раз собралось около 200 человек. Среди них взрослые и дети, школьники и родители, учителя и экономисты, пенсионеры. «Тотальный диктант» пишу не в первый раз, но в Рязани я пишу в первый раз. Я сама из Коломны, Рязань моя родина. И в этом году я решила написать «Тотальный диктант» на своей родине. Последний я писала в 2019 году, я написала на 5 баллов. Я с детства люблю русский язык, поэтому мне приятно принимать участие в таком мероприятии. У нас традиция. В четвертый год подряд мы ходим на «Тотальный диктант» в библиотеку Горького вместе с нашей учительницей русского языка и литературы. Первый раз мы пришли в 6 классе. Ну, конечно, мы получили наши первые двойки. Мы 10-е, а здесь еще есть 8-е, а 5-е, а вот 5-й Б стоит. Вот, так что у нас тут целая школа. На пятерку напишем? Не знаю. Да, на пятерку. Текст открывают прямо перед началом диктанта. Учитывая часовой пояс, в котором находимся мы, Рязань писала третью часть рассказа Марины Степановой. Я тоже решила проверить свои знания и, признаться, поняла, что стоит освежить в памяти некоторые правила. Проверяют диктанты профессиональные учителя русского языка. Результаты можно узнать после 28 апреля. Всех отличников наградят специальными призами 28 мая, прямо во время ежегодной акции «Ночь в библиотеке». Очень рассчитываю, что буду в призах. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».